Добрый день, уважаемые новороссийцы! Меня зовут Михаил Ковалюк. Я родился в 1967 году в городе Владивостоке. Многодетной семье. Отец моряк, мама учительница. После службы в армии в 1988 году приехал в город Новороссийск. И здесь остался жить и работать. Женат, воспитывает троих детей окончил Государственную академию при президенте Российской Федерации, кафедра государственного муниципального управления «Национальная безопасность». Работаю в сфере промышленности, активно занимаюсь благотворительной деятельностью. Наше предприятие в период пандемии оказывало большую благотворительную помощь. Это и детская больница Масхак, которой мы каждый год оказываем помощь. Это благотворительная организация «Мир без границ». Это мы выделяли благотворительную помощь подтопленцам в районе горячего ключа и многие другие акции, которые мы проводим, потому что считаю, что бизнес должен быть социально направлен и благотворительность для нас не пустой звук. Я был избран депутатом законодательного собрания края третьего созыва, пятого созыва и сейчас уже семь месяцев являюсь депутатом законодательного собрания края. Работаю в сфере законности, промышленности, строительства, дорог особенно мне близок близка сфера культуры образования патриотического воспитания молодежи это считаю своей общественным долгом общественная такой нагрузкой выдвигаюсь кандидатом прежде всего для того чтобы работать на э, людей на своих избирателей чтобы аккумулировать их мнения чтобы максимально использовать свои возможности свой опыт для решения многих задач которые стоят перед новороссийском приходите на голосование регистрируйтесь, сделайте свой выбор. Я кандидат по 34-му избирательному округу. Спасибо, Михаил Ковалюк.